Здравствуйте, добро пожаловать в город Грозный. Это Ахмат-арена, и здесь пройдет заключительная игра 29-го тура МЛБ первой лиги. Алания против Тульского Арсенала. Но, во всяком случае, сегодня мы это все в матче против Тульского Арсенала увидим. Итак, началась встреча. Длинная передача на чужую половину поля. Да и подходов к воротам, в общем-то, немного у команды Олега Василенко. Вот один из таких шансов. Это будет дальний удар. В игру вступает голкипер. Добивание 1-0. Или все-таки 0-0. Счет остается прежним. Положение вне игры, судя по всему, у Герга Биани, Ивана Сиденкова. Так что давайте ему доверимся в данном моменте. Ну а прессинг Алании дает свой результат. Они мяч вновь забирают. Перевод направо. И что тут придумают дальше? Мягкая передача. И какой красивый гол! 1-0! Передача Ислама Машукова. И супергол Герга Биани. Но это, наверное, один из лучших голов сезона. Да, Георгий Биани находился один, никто его не опекал из игроков Арсенала в штрафной площади. В общем, все, что касается атакующих действий, он на все руки мастер. Вот еще раз смотрим. Выбил мяч, но в динамике, вообще, честно говоря, я понимаю сейчас замешательство. Сложно. Так, эпизод просмотрен. Красная карточка. Красная карточка в итоге, которую получает Тарба. Атака, которую разгоняет Сокол. И вот, пожалуйста, удар. И мяч попадает в перекладину уже ногой. Ростислав Солдатенко отправляет мяч куда подальше от собственных ворот. Вот такая ситуация возникла уже в самом начале тайма. С большим трудом тут разбираются. И, пожалуйста, добивание это будет. Удар. И счет становится ничейным. 1-1. Вот вам и немотивированный Арсенал. Вот вам и замены Александра Старожука. Первый момент был у Бакалюка. А сейчас Кайнов отправляет мяч в сетку ворот. 1-1. Еще раз смотрим. Розыгрыш углового. Пока суть до дела. Разбиралась Владикавказская Алания. Удар в падении Манелова. Потом добивание Большакова. Плюс ко всему еще и на желтой карточке. Алания мяч перехватывает. А передача на лево пошла. И вот такой опаснейший удар. Добивание. И счет становится 2-1. В меньшинстве забивает Владикавказская Алания. Алан Сараев разгонял эту атаку. А Николай Герга Биани отправляет мяч в сетку ворот. Делает дубль. В этом матче нападающий Владикавказской Алании. Как все удачно сложилось в этой атаке для хозяев поля. Дальше оставляет мяч Ставпец опять Большакову. Красиво. И мяч у Панченко. Удар, штанга! И казалось, что от штанги может и ворота закатиться. Но не тут-то было. Но вот этот удар получается практически идеальным у Кирилла Панченко. Вновь Сокол с мячом. И опять Деспотович спиной к воротам находился. На Панченко. Панченко сделал пас. Будет ли удар по воротам? Вот сейчас момент! Для удара и ворота-то надо еще попадать Яковлеву, хотя момент был, конечно, классный. У Михаила Яковлева. Классный пас Панченко. Панченко входит в штрафную, падает Панченко, удар. Посмотрите, вот хотя бы на этом повторе, что это, возможно, был и фол. Хотя вроде бы и в мяч. И все. Заканчивается эта игра со счетом 2-1. Благодаря дублю Герга Биани выигрывает Владикавказская Алания.